Ну что, приветствую на экваторе своих американских гастролей. Подходит к середине мое сумасшествие, в хорошем смысле слова. Я нахожусь в потрясающем зале, впервые здесь, это называется Сонома. Это знаменитый университет, который находится рядом с Сан-Франциско. Совершенно необычный, совершенно какой-то такой, знаете, я бы сказал, уютный, но в тот же момент абсолютно и большой, и полностью дерево. Внутри все из дерева находится. Этот университет прямо на территории, этот зал находится на территории университета. Очень мне нравятся вот открытые такие пространства и с окнами. Я очень люблю залы, именно чтобы были окна. Сразу такое, я бы сказал, пространство чувствуется сразу. Масштаб большой, как-то уютно очень. Я походил по территории, здесь совершенно удивительные знаменитые виноградники. Практически находится на территории виноградников этот зал. Знаменитое калифорнийское вино здесь. Мы, к сожалению, не сможем его попробовать, потому что наш тур очень быстрый и стремительный. Вот. Завтра уже Беркли, это тоже неподалеку отсюда. Вот. Сегодня у нас экватор нашего турне.